Добрый, будьте любезны, на 40 гривен пятерочки. Олег Федоренков за рулем 15 лет. За день по городу автолюбитель наматывает до 200 километров. Свой хэтчбэк Олег традиционно заправляет 95-м бензином. Дорого, зато механизмы меньше изнашиваются. Сегодня на заправке водитель едва не изменил старой привычке. Был велик соблазн все-таки заправить 92-й. Ну, как бы 50 копеек разница на 10 литрах, которые я легко выкатаю в день, это 5 гривен. Это... шоколадка сыну. Без шоколадки сын не останется, шутит Олег. А вот родители концерт любимой Нино Катамадзе, похоже, пропустят. Кусается билет. Ну, мы предпочли послушать Нино Катамадзе дома на диске, на пластинке, а заправить машинку. Цены на бензин кусаются еще больше. Цифры на стеллах почти каждый день прибавляют по 10 копеек. Но машин на заправках меньше не становится, ведь большинство покупателей – перевозчики. Можно, допустим, проехаться на работу на велосипеде, и то не в минус 15. Но нельзя же там перевезти в рюкзаке продукты для супермаркета. Поэтому, ну, как бы значительных каких-то изменений нет. Скорее даже наоборот, в связи с морозами увеличивается потребление бензина, потому что увеличивается расход у автомобиля. Ажиотаж на топливном рынке реализаторы традиционно связывают с подорожанием нефти. Черное золото в последние дни выросло в цене примерно на 20%. Баррель теперь стоит $110. Виной тому конфликты в Ливии. Там нефть добывать перестали. Однако эксперты утверждают, Ливия – один из самых мелких добытчиков. Ее отсутствие на нефтедобывающем рынке почти никто не заметил. Потому подорожание черного золота, да и бензина в Украине, куда ливийская нефть в принципе не поступает, эксперты связывают лишь с желанием бизнесменов заработать больше денег. Представьте себе, нефтедобывающая компания, которая наполняет бюджет той или иной страны, будь здоров, как, и занимает львиную долю, она не побрезгует на этом заработать деньги. Это абсолютно нормальное явление, не стоит бы быть там, к примеру, столь категоричным, что прям вот спекуляция. На фоне этого, да, подогревается ажиотаж, на ажиотаже всегда делаются деньги. Ситуация на нефтяном рынке устаканится совсем скоро, прогнозирует эксперт. Не исключено, что цена поползет вниз. Но это совсем не значит, что подешевеет бензин. На падение нефти топливный рынок реагирует очень медленно. А потому пока цена будет повышаться, прогнозируют на заправках. За две недели литр 95-го может вырасти в цене почти до 10 гривен. Евгений Наприенко, Иван Наконечный, медиагруппа «Объектив».